Здравствуйте, уважаемые геймеры и модостроители! Приветствую вас на своем канале, с вами Бертольд Африканцев. И опять вы на своих экранах сейчас видите уровень Diversion моего мода Far Cry Операция Кригер. Речь пойдет здесь о том, как тут сгенерированы текстуры. И вот тема моего сегодняшнего видео – это избавление от швов между текстурными картами. Вот они у меня тут есть, эти швы, потому что когда я создавал этот мод, я еще не знал, как избавиться от этих швов. Я старался их вот так вот замаскировать вот такими вот кустиками. Но, честно говоря, не лучший способ, потому что издалека они все равно прекрасно видны. Допустим, если по сценарию игрок может посмотреть сверху, а у меня по сценарию он может посмотреть сверху, все равно эти швы видно довольно отчетливо. Так, нажму Vegetation. Ну вот, если с Ctrl убирать эти кусты, швы видны отчетливо. Ну да ладно, давайте ближе к делу. Что нужно сделать для того, чтобы избавиться от таких вот швов? Вот и тут видны. Делать нужно вот что. Когда вы устанавливаете игру Far Cry, после установки обычно вы устанавливаете патч 1.4. Так вот, прежде чем установить этот патч, возьмите игру и скопируйте в другую папку. В идеале это, конечно, должен быть другой жесткий диск. Вот у меня, благо, есть тут несколько жестких дисков. И вот у меня на этом жестком диске есть папка, совершенно другая папка на совершенно другом жестком диске. И здесь установлен Far Cry без патча 1.4. Вот, если его запустить, то мы видим, что здесь написано версия 1.1. Ну и давайте подгрузим сейчас сюда. Этот уровень из операции Кригер. Правда, он тоже называется тренинг. Ну да ладно. Этот я удалю. Уровень тренинг подгружен. То есть вы после того, как создадите свой уровень и уже окончательно убедитесь, что вы там все сделали и нужно провести окончательную генерацию текстурных карт, перемещаете свою карту в директорию с Far Cry, в котором не установлен патч 1.4. Ну и давайте запустим редактор этого Far Cry.
И откроем здесь. Так, у меня. Откроем в этом редакторе уровень мода Far Cry Операция Кригер, в котором видны швы. Так, ну мы прекрасно видим швы. Может и не прекрасно. Издалека не точно видно, сейчас я уберу тут пару кустиков, чтобы швы были видны. Ну вот, швы тут прекрасно видны. Точно могу сказать, что швы тут видны. Итак, файл генерация. Окей. Ну вот, вы прекрасно видите, что после генерации швы исчезли. И все, что вам останется сделать, это обратно вернуть ваш уровень, вашу карту в директорию Far Cry с установленным патчем 1.4. А на этом все. С вами был Бертольд Африканцев. Будьте здоровы и счастливы. До новых встреч, друзья!